просто помещать, не только тем, что здесь будет два закупника, но также и рейтинг, судья, ивентинг, тренер. Да, один из детей воспитывает собой спортсменов. Два потрясающих борца, которые занимали, кажется, были известны уже на арене, на нашем арене из Жужжиков, можно так сказать. Еще интересный момент, что Алексей и Александр, они оба по гороскопу борцы. Опять один взял, а был один, по-моему, так.